Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Иммануэль Филлипс Фокс. Переправа. Около 1911 года. Холст масла 114/52. Иммануэль Филлипс Фокс – представитель австралийского импрессионизма, относящийся к поколению австралийских экспатриантов конца XIX века, поселившихся в Европе. Признание он заслужил своими космополитными по духу и чрезвычайно выразительными по колориту работами, написанными во время пребывания в Париже. Работа «Переправа» – один из лучших примеров творчества Фокса. Картина основана на нескольких быстрых эскизах, сделанных художником в Трувилле, излюбленном пляжном курорте на севере Франции. Работа, начатая на пленэре, была завершена уже зимой в студии. Зритель, по решению Фокса, чуть сверху наблюдает за элегантной компанией, усаживающейся в лодку, и погружается в пышный и изысканный мир насыщенных цветов, роскошных тканей и согревающей летней атмосферы. Изначально выставлявшееся в Лондоне и Париже полотно также оказало влияние и на младшее поколение австралийских модернистов, когда в 1913 году было привезено на выставку в Сидней. Ну вот такое описание к работе Иммануэля Филлипс Фокс «Переправа» около 1911 года я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.